Итак, продолжаю дальше делать обзор на краш лаваш и чипсы из лаваша от Блиночкин из печи, сметана и лук. В прошлый раз я делал на крабовые чипсы такие, теперь сметана и лук на 365 суток, то есть эти чипсы будут до 9 августа 2023 года. Осталось только сметана и грибы попробовать и все. И узнаем, какие будут дальше новые вкусы, если, конечно, такие чипсы будут появляться. Сейчас открою, покажу, как они выглядят. И попробуем, как обычно. Ну, выглядит то же самое, что и крабовые. Ничего особенного нету. Сейчас попробую на вкус и скажу, нравятся мне такие чипсы или нет. Ну что, начинаю пробовать эти же чипсы, только сметана и лук. Но так они вкусные, хрустящие. Сметану и лук вообще мало ощущаешь, чем в Лейсе. Чипсы очень хорошие, вкусные, мягкие. Надо будет как-нибудь их в домашних условиях приготовить, если будет время. Очень вкусные, советую. Какими бы еще бы вкусы были бы другие эти чипсы. Краш-лаваш. Было бы совсем неплохо. А так, оценка тоже 10 из 10. Ладно, всем удачи и пока-пока. Чипсы советую пробовать всем.